Привет, Наташ. Ну как дела? А собираешься рожать-то вообще? Ну а когда такие планы-то? Пока что еще рано. Ну а по-твоему, когда не рано-то? Ну, лет 20 рожу. А, ну это неплохо, молодец. Погулять Я еще. саму себя прокормить не могу, когда ребенка мне. Себя пока не можешь прокормить. Ну а как ты со мной собираешься жить? И меня будешь прокармливать как-нибудь? Куда ты собираешься-то? А, раздеваешься? Как, догола, что ли? Совсем раздеваешься? А, с работы пришла Наташа только? А как, на такси опять ехала? Сколько денег-то отдала за такси? 230. 230? А. Я нашла себе квартиру. Ну и отлично. Сколько стоит-то? Ни хрена себе дорогую ты нашла. Ты чё, Наташа, в Калуге по 10 тысяч в месяц однушки? Нет, да, дешевле? Блин, десятка дофига. Ты ж говоришь, вот эту квартиру за 6 снимаешь, Наташ. Нету, да? Ну и еще на такси, да, постоянно каждый вечер ездишь. Два-два. А ты какую квартиру нашла, Наташ, за десятку? Сколько комнат? 10 тысяч, охренеть можно. Лучше в этой за 6 же. В этой за 6. А это почему за 6 тебя не устраивает? Может, эту продолжить снимать? А 10 тем более нету. Наташ, давай вот эту, я тебе помогу вот эту дальше снять. Наташ, ну блин, 6 тысяч платить или 10? Голова-то должна соображать. Я хочу поближе к работе. Так нам это дорого. По 250 рублей каждый день я не могу откидывать. У меня ползарплата это уходит от меня. На такси, да? Да. А если велосипед тебе пригнать, будешь на велосипеде ездить, на хорошем? Рано мне придется выезжать. Зато тренироваться будешь на велике. Ага. Артур, я послезавтра приеду к тебе. Давай, конечно, приезжай, я ж тебя жду. Я приеду. Ты мне денег скинешь на дорогу? Да, конечно, Наташ, без проблем. Ну вот, послезавтра я приеду. Отлично. Да, пока Авалон единственный, где что-то реально и стабильно. Сейчас мы это посмотрим. Вот ставил 21 тысячу рублей 4 ноября. А на сегодняшний день это уже 21 549 рублей. Ну, отлично. 2 дня прошло из 7. Вот эта неделя в работе находится. Эта сумма отработала, прибыль принесла. И это тоже отработало. Будем ждать денежек. Так что, если Авалон портал кому интересен, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Ну вот, которую ты хотел. Я Которую... могу фотографию скинуть. А что директор магазина, подружка нашла мне квартиру за 10 тысяч. Она говорит, дешевле, говорит, не найдешь в Козельске. Блин, ну 10 тысяч ни хрена не дешево. Ты меня удивила, Наташ. Как в Калуге. Давай тогда за 6 оплати мне квартиру.
Ну да, давай, ты приедешь это самое, и мы с тобой решим. Ну вот по поводу этой квартиры. Вот эту квартиру оставляй себе. Слушай, Наташа, а на сколько комнат вот эта квартира-то? Да. А, тоже однокомнатная. 6 тысяч, да, короче, стоит. Ну, оставляй эту, я тебе переведу деньги на эту квартиру. Ну да. И я имею в виду вот эту квартиру оставляй. Не надо тебе пока за 10 тысяч квартиру. Смотри, ладно, я ее оставляю. Оставляй. 30 число. Я буду и сама выплачивать. Что-что? Ничего, вообще от жизни это, офигеваю от жизни. Не, нам это, в тот месяц хотя бы переехать надо, Артур, отсюда. Дорого нам ездить туда и обратно. А вы вдвоем доездите, Наташа, с мамой? Тоже работает, да, она еще почти за бесплатно работает, и папа деньги не отдают. Охренеть. А сколько, Наташ, сколько выходит у тебя в месяц на такси? Ты отдаешь в месяц? Посчитала? Какая 3 тысячи, А сколько? умница? По 600 рублей ты По берешь. 600 рублей, 2-2. И куда тогда получается, мам? По 250 машин и по По 36. 600 рублей дорога. Короче, в общем, это дофига. Все равно, что в Козельске. Ну давай пока, Наташ, продлим вот этот месяц тебе в этой квартире. Потом другую. Ну, ты поживи пока здесь. Чего, сейчас шмотки тебе перевозить? У тебя же гемора много будет, чтобы в другую переехать. Да у меня шмоток-то нет особо. Да? Что у нас нету ничего? Один телевизор. Один телевизор, Наташ, богатый. вот у меня Сашка друг есть, Дима, я их попрошу квартиру подешевле найти. Ты пока в этой еще месяц поживи. Ладно. Или хотя бы общагу, Артур, блядь. В общаге я тоже это могу пожить. Ну, общаги там в Козельске есть? Не знаю, Людка сказала, что есть. Ну, общага-то дешевле, конечно, будет. Там что, комната, только кухня и ванна общая будет, ну и хрен с ней. Завтра я с ней тогда поговорю, скажу, чтобы она мне уже в общаге тогда нашла. Да, это нормальный вариант-то будет, Наташ. Короче, Артур, послезавтра я приеду к себе. Я останусь у себя. Приезжай, приезжай, конечно. Ну, приезжай, конечно, приедешь, а потом уедешь, и я машину возьму, отвезу тебя в Козельск сам. Бесплатное такси. Ну а чего, я к Сашке поеду, спиннинг покидаю, рыбу половлю и тебя отвезу. А, ты ж теперь ловить умеешь, точно. Я умею, да, я тоже поеду. А, ну хорошо. Спать собираешься, нет? Не, слушай, Наташа, а щуку-то пожарили? Она так в холодильнике лежит, мы ее не жарили даже. Почему? Она же вкусная и свежая, надо было съесть вам ее. Чипис? Не хочу еще. Ты уже наелась, да? Я яблоко съела ненормально. Чё ты мог нахуй? Алло. Покажи маму-то, Наташ, где мама-то твоя? Она страшная, вот она стоит. Почему страшно? Нормально, здрасте. Галина Васильевна. Ага, кушать готовит. Она уже Я сделала. ей пожарила мясо с картошкой, она не хочет. Не хочет, да? А чё так, Наташ, мало кушаешь? Давай, кушай, поправляйся. Да не хочу есть. Не хочешь? Наташ, ну что, я тебя через пару дней тебя жду. А что, я послезавтра приеду. Ну, Готов поручить, на завтра тебе последний день. Завтра у меня последний день рабочий. Послезавтра я выезжаю. Ты утром приедешь-то на автобусе? Утром приеду. Да какой ты утром? Ты до обеда спишь всегда, утром приедешь. Ты спишь до обеда, какой утром ты приедешь?
Ну, я понял. Ну что, Наташ? Спать собираешься или во сколько ты спать-то ложишься? Сейчас подлягу, что мне завтра на работу вставать опять. Устала, да? Да, сегодня целый день на кассе сидела. Ну ты когда пришлешь номер карты, деньги-то тебе перевести? А, не слышно тебя, опять звук пропал. Хозяйки прям сразу. А, все, хорошо, договорились, Наташ. Хорошо. Давайте я скину. Ладно, хорошо. Перезвоню. Ага, договорились. Народ отправил Наташе 6 тысяч на квартиру, чтобы могла дальше проживать в ней. Вот видите, Кристина Игоревна, это хозяйка квартиры, в которой сейчас проживает Наташа, на месяц мы ей продлили. Вот потом что написала. «Сладких снов, Персик, не стану тебя будить». Ну, уже после того, как послал денег, наступила тишина. Но что хочу сказать, ребят. Наташа, конечно, встала на путь исправления. Видите, в магазинчике теперь работает. И мама ее при деле тоже дворником устроилась работать. Посмеяться мы все с вами, конечно, рады над этой ситуацией. Но если кто-то реально желает Наташе помочь, вот карту Сбербанка вам оставляю. Можете на нее перечислять денежек. Какие будут перечислены деньги, я вам обязательно покажу. И увидите, на что они пойдут. Все, что перечислите, это на помощь Наташе и семье ее. Ну и готов попрощаться с вами на этом.